Месяц Мухаррам – один из самых значимых месяцев в мусульманском календарном цикле. И в этом месяце есть также самый превосходный по своей степени день – это 10-й день этого месяца, день Ашура. День, который является для мусульман огромным подарком в качестве выразить благодарность Всевышнему Аллаху, и день, который имеет огромную связь с многими историческими моментами наших пророков, алейхим ассаляту вассалям. История Адама, алейхиссаляту вассалям, его сотворение, его принятие, покаяние. В этот день Всевышний Аллах спас Мусу, алейхиссаляту вассалям, от фараона, от людей, которые преследовали его. В этот день Всевышний Аллах также вознес небеса Ису и Идриса, алейхиссаляту вассалям. Спасение Нуха, спасение Юнуса, алейхиссаляту вассалям. День, который связан с много исторических моментов. Но мне хотелось бы дать три совета, как можно провести именно день Ашура. Первое – это, конечно же, соблюдение желательного поста, которым, как передано из хадисов пророка нашего, алейхиссаляту вассалям, будет искуплением прежних и последующих грехов. Второе – это подчеркнуть, выделить этот день именно садака, милостыню по отношению к нашим близким, родным, людям, которые нуждаются немножко в нашей поддержке, чтобы мы выразили в качестве благодарности Всевышнему и отдали садака, и делали побольше хороших деяний. И третье – это, конечно же, наши дуа, мольбы, и таспихи, зикры, увеличили количество зикров, молитв и разного рода восхвалений Всевышнего Аллаха, дабы были из числа тех людей, которые проявляют благодарность Всевышнему Аллаху.